بسم الله الرحمن الرحيم. Осенью 2018 года состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, короля Саудовской Аравии, Его Величества Салмана бен Абдель-Азиз Аль-Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Салман Аль-Сауда. В рамках этой встречи было подписано много межправительственных соглашений. Компании «Арт-студия» Александра Прохорова было предложено сделать первый шаг в развитии культуры между двумя странами. Мы выполняем весь спектр услуг, начиная от создания идеи, заканчивая выпуском конечной продукции. Выбор был сделан в пользу изготовления коллекции оригинальных почтовых марок в золоте с цветными эмалями, посвященных священной Мекке. Коллекция включает в себя 40 марок, выпущенных в разные годы 24 исламскими странами. Коллекция изготовлена по уникальной 3D-технологии, которая позволила воссоздать рельефные детали таким образом, что все марки приобрели трехмерный объем. Золотые марки в точности повторяют прославленные оригиналы почтовых марок и представляют интерес для всех исламских стран, развивающих свою историю, науку и культуру. Уникальное эстетическое решение позволяет маркам из золота существовать вечно и быть высокохудожественным предметом искусства 21 века, не имеющим аналогов в мире. Производственная компания Александра Прохорова «Арт-студия» с честью выполнила поставленную задачу и представляет вашему вниманию данную коллекцию. Коллекция выпущена в единственном экземпляре. У нашей компании есть одно правило – трать свою жизнь на то, что переживет тебя. Это правило Джорджа Форбса.